На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Филин Даня, 5 лет, город Орел, детский сад, номер 55. Дед Мороз приходит ночью, написала Ирина Новикова. Дед Мороз приходит ночью, догадайтесь, почему? Потому что он не хочет показаться никому. Он приходит к нам секретно, потому не ходит днем. Подкрадется незаметно, подождет, пока заснем. У него такой каприз, хочет сделать нам сюрприз. И от множества подарков загорится елка ярко. Все гирлянды из огней вспыхнут радугой на ней.